Здравствуйте всем! Я Оксана, и жизнь как она есть. На улице красота. Я не смотрела, сколько температура у солнца. Вон там высоко. Там высоко. На улице. Сегодня вообще, наверное, будет лафа. Сегодня с утра я с помощником таким. Спросите, почему он не в школе? Почему ты не в школе? Я так не хочу идти в школу тогда. Да ладно. Да. А потому что они с утра сегодня не учатся. Вот, малыш. И Олег еще там идет следом за нами. Ой, слышите? Слышите, подожди. Слышите? Лошадь? А что ты замолчал, Портос? Чё замолчал-то? Ну чё, Валя, включай свет. Первым делом, чё мы смотрим? Первым делом, сено-то повыкидывали. Нет, ещё нет. Я уже смотрела. Да. Ведро выкинул. Вон, видите? Ведро валяется, он в футбол играл. Че, Портос, с утра пойдешь на улицу? Давай. Вот я буду смеяться, если он укусит. Ты будешь плакать. Он меня уже укусит. Ну, мама такая, я мама понимаю. Года, да? Я буду смеяться, если тебя укусит. Че? Да. Че ты вот... Гулять пойдешь, Портос? На улице уже хорошо. Вот я тебе не дам зерна. Чё, обиделся сразу? А? Я говорю, не дам тебе зерна. Всё. Вот и обижайся. Поросёнок. Сено всё выкидывает. Не ест кормушки сена. Сено ест с полу. Он накидает все на пол. И потом стоит, выбирает. Ты что это? Я же драться с тобой могу. Ну. Тебе как быку надо сюда это кольцо в нос. Да, сейчас. Давай сразу ему. Зерно, я его отвлеку. Давай, иди сюда. Иди сюда. Портуаз, стой. Все. Что с утра? С утра опять сыр. Не в сыроварне, потому что 20 литров у меня туда не входит. Вчера я так весь день варила. Вчера переварила коровье молоко. И козье в общей сложности 60 литров тремя партиями варила. И в маленькой сыроварне это неудобно. Поэтому сейчас на кухне. И буду варить все это в кастрюле. Значит, вот сидят. Это утрешние, те, что вышли. Жарко. Сейчас я ему... Это индейка. И здесь три утенка. Так, давай-ка сунь сюда несколько цыплят. В смысле? Где? Там бегают. У тебя-то нет. Ну, еще пару штук, пусть они тормошат их. Так, здесь у нас сидит вверху это. Галашейки шумные. И внизу тоже галашейки сидят. Вот они. А что здесь две цесарки ходят? Да. А цесарок уже в хатон вынесли. И этих бройлеров, которые... Ну, позже схожу, покажу. Цветной бройлер. Все. Цыплят садим к индюшатам. Это своего рода, получается, учителя и воспитатели. Они показывают, как нужно кушать, как нужно пить.
потому что индюшата сами по себе очень бестолковые. Сейчас убавлю свет, потому что им он жарко, рты пооткрывали. И уберем немножко освещение. Ну-ка. Что здесь? Все нормально? Что кучкуемся? Ну-ка, разбежались. Так, да, все нормально. Индейка у нас здесь на продажу. И себе, конечно, оставим. И заказов на индейку тоже много. Что? Галашеечки. Что хочу? У нас новость. Мы встретили наших козюлин. Набегались, наелись. Спят. Спросите, почему дома? Потому что пару дней мы за ними все равно будем наблюдать. Ну нет, вернее уже как, пару дней уже прошло, и сегодня мы пойдем в хатон. Да, это Марго, это у нас Тенси, а это у нас Сид. Да что, какое сонные, а так носятся, как лошади. Здесь с ними может еще и леди рядышком спать. Сони потревожила, я их разбудила. Заживала сразу. Получили. Угадайте, что? Это? Ага. Это облегчение труда. Что, вскрывать будешь? Ну, посмотрите, какие грубые. Ну. Это доильный аппарат. Ну, ты на пол поставь, Андрюш. А он для коровы. А? Он для коровы. Нет, он не для коровы. Он для коровы? Нет. Ну, что, это 4 соска? Да, это на 2 козы. Это установка, ведро. Патрубки какие-то толстые. Или они двойные, не пойму. Двойные. На, это тебя дай будут. Так, вот. А, это двойной шланг. И бидончик. Да я наположу все сюда обратно. Вот это. Вот это вот. Опа. Значит, доильная установка. Какая? Обошлась. Сколько нам? 34 800, около 35 тысяч. Ну, плюс еще доставка. Жека! Что ты его? Ну, вообще-то снять его надо. Да. Ой. А все остальное-то где так, где мы? Такая огромная штука. А где все остальное-то? Не знаю. В каком смысле не знаю? Где переходники? Ну, сейчас Москва проснется, ну, будем писать. Где переходники? Так. Подожди, а там на трубах ничего нет? Здесь. Так, смотри, что здесь вот есть. Лампочка, подой, покажи. Второй еще. Так. Два шланга. Шланги. Это? Это у нас куда? Это у нас одевается сюда. А получается. Том. Да. А сюда шланг одевается сюда и а туда. Где? На трубу. А где он? Кто? Шланг. А в этом бачке ничего нету? Посмотрите, может, в бачке лежит. Вниз. Угу. Вон оно. А, вот оно все. Да, то мы уже напугались. Да, это ёршики. Ну, на стол положишь.
Патрубок. Вот, ага. Давай, давай, ага. Для рыбалки. Это мне шапочка в хатон. Это моя шапка на рыбалку. Это в подарок. Че? Нет, ну там нету чего-то, все равно. Это, знаешь, вот эта штука, соединитель, вот черный бочонок, где ты делал? Ну вы что делаете? Да посмотри, что он делает опять. Дай. Собрались, идем в хатон. Выходи, Марго. Ой, трусливая. Ой, какая ты тяжелая. Тихо. Мы идем уносить козы. Все, пошли. Пошли. Давай, заходи. Она не зайдет. Зайдет. Заходи. Пошли. Пошли. Дерьмо. Пошли. Скажи, конечно, ты дико. Олег, открой дверь, пусть она чем-нибудь подопри. Что, да, пошли. Ну ты что, открывай дверь, пошли. Ну туда зайдем, они зайдут. Малыш, иди отсюда. Ой, пошли. И обратно идем. Ой, я капусту раскидали. Пошли. Ой, но. Так, Маргоша зашла. Где там остальные? Закрывай дверь. Быстро. Все, привет. Привет, Лунтик. В общем, скамейку Ваня переделал. Ваня переделал. Сам рассказывай, что ты... Переделал их лежалку. Их лежалку. Такую универсальную кормушку. Да. Из бокса. Да. Потому что та маленькая, а эта дополнительная. Лунтик, здоровяк. Так, я вас потеряла. Вот они, наши, которые вновь прибывшие. О, Марго уже прижилась. Так вот, где Марго? Марго здесь. Здесь Сид. Ой-ой-ой, Лунтик. Ну, я знаю, ты любви обильный. И вот она, ой, Нэнси. Ко мне идут те, кого я люблю. Да. Лунтик, отстань, ой, от меня. Чё, потерялись? Всё, пачкается в моё. Вот. Такая лезет. Ай-яй-яй, грызуны. Ладно, все, да. Отойдите, я пойду покачаюсь. Я пойду покачаюсь. На улице тепло, можно это... Вот, Лунтик, вон, смотрите, какой здоровый. Стал. Вот вторая, Марго, красавица. Тоже, да. Марго? Где? Мята! Фу ты, простите, все. У меня мята, да. Вас каждого запомнить. Ну все, мята! Марго. Тут маленькие тоже, вон, Снежка там дали имя. У половины, конечно, еще нет имен. Растут мои дети. Выросли. Снежка, Кнопка, тех, которых вот... Вот какие наши безрогие. Да, безрогие. Ну все, любви обильные, я знаю. Папочка перед вами. Что? Аяу. Что такое? Ну-ка. Снимать только можно со стороны будет, да? Потому что куда я, туда они, либо куда Ванька, туда они. Но, красавицы. Две козочки у нас еще уедет в город Вилюйск в мае месяце. Маленькие. Ну что, знакомьтесь, да. Кто-то там меня рогами поддел. Они не знакомятся, им еще попозже. Вон, пошли сено кушать. С моей кормушки, которую я делал, да? Ну, скажи, да, конечно. Точно. С этой кормушки накушают они сейчас. Я, да, Лунтик огромный. Ну, что балуйся, давай, сломай. Я не сломаю, они должны стоять. Ну, о, ох ты. Ой.
Знакомство, соперничество, да. Ой, они сбивают с ног. Вообще капец, ног. Но летят и сбивают просто с ног. Так, а что это мы обижаем? Что это такое? Что это мы? Что мята? А кто ко мне в карман залез лапой, копытом своим? Марго. Не, ну я понимаю, вы мои, но не настолько. Мне больно чуть-чуть. На улице еще снег лежит. Можно было вытащить, погулять их. Ну, пока нет, сидят. Да, сейчас я выпустим. Да. Там погода такая. Ага. Я надеюсь, что снега не будет уже расставиться. Вот. Да. В общем, оставим, посмотрим, что здесь до вечера у нас будет. Как будет. Ну, что такое? Что такое? Кто плакает? Мята. Лунтика потеряла. Где Лунтик? Где Лунтик, Натя? Мята, вот Лунтик. Ну, здесь им будет веселее. Здесь их много. Детский сад. Ясельная группа, да. Ага. Нет, они уже младшие. Ясельки уже прошли. Ё-моё, детский сад, ясельная группа. Да, да. Давай сейчас этого корма насыпем еще. Выпустите меня, пожалуйста. Выпустите меня. Капуста, вон пекинская капуста лежит. Есть не хотят. Освоили скамейки. Ну, что такое? Вот копия у нас коза Яна есть. Вот вылитая она. О, там корм. Давайте, о, любопытные, видите, идите, видите, смотрите. Что там? Пушастики. Вот они вдвоем и держатся. Кто здесь? Кто здесь? Марго здесь. Дома оборвали все обои на кухне. Буквально за 2 дня вот это все. Но домашние. Здесь жарко. Ну все. Больше не упомнить. Сжимай мне руку сильно-сильно. А я как-то уходил. Как-то там. Уходи, дверь закрой. Мята, все, пошли, пока они кушают. Пока мы можем спокойно выйти. Мята, нет, 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 мята. Нет, 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 закрывай. Мне не нужен больше твой номер книжки закрой. Натерпелась, наждалась. Я любовью обожусь. Ты что сегодня? Сегодня с утра мне напевает. Да. Вань, зайди, собери капусту. Все-таки положи сюда и ведро передвинь. Все. Куда ее ведро? Вот это ведро, которое здесь стоит у них, вон туда рядом поставь с тем. Но, потому что там неудобно. Вот это так, вот так, все. Все. Ты не говорите, что я за вами чистую. Зерно. Сегодня вечером попробуем дать комбикорм. Новый. С Красноярск. Вот эти мешки. Да. Пришел с Красноярска комбикорм специально для козлят и ягнят. Такое маленькое. Но вот сейчас зерно они кушают. А вечером немножечко добавим, введем этот... Комбикорм. Забыла, что введем. Комбикорм. Скажи, мы хотим домой. Мы хотим домой. Смотри, на его с краю, как она ест. Ну, привыкнут, конечно, сложно. Он хвостиками виляют, виляют. Скажи, сначала везли на самолете. Потом куда-то закинули кучу козлят всяких разных. Конечно.
ищи меня дома. Сейчас подожди, пойдем. Вот. Ничего, привыкнут. Все? Так, ну вот наши новорожденные. Это сегодня. Там еще лезут в инкубаторе, посмотрим. Здесь сидят. Опачки, ну-ка, что попереворачивались? Вот проблема, индюшат, если перевернуться, и если лежат под лампочкой, все, можно списывать. Так, и здесь ковриком. Эти, которые первые уже сидят. То есть мы обрастаем брудерами, помаленьку заселяем. Уже здесь 5 брудеров заселили. Еще осталось 1, 2, 3, 4 свободных брудера. И в общем у нас детский сад. Еще в инкубаторе лежат. По идее, вывод должен начаться сегодня. Ну вот они вчера начали помаленьку. Массово в ночь, наверное, сегодня все-таки выйдут. А это только через 20 дней у нас пойдет. Занесли с подсобки еще один инкубатор. Так что теперь здесь вот такая батарея инкубаторов стоит. Стоит этот. В раздумьях ставить его или доить по привычке. Потому что здесь нужен искать какой-то переходник. Ну вот, как и говорила. А что это мы скучковались? А? Здесь темно, кормушки полные. Только разбежались. Что такое? Переселили сюда уже бройлеров. Цветных которых. И цесарок. Сегодня цесарок у нас 15 штук забрали. Вот, здесь они в хатоне. Что-то они кушать совсем не хотят. Полные кормушки. Здесь они сидят под инфракрасной лампочкой. С соседями. А что соседи спрятались? А? Вот они там еще 2. Александра. Александра. Несколько раз сегодня уже ходила в хатон. Козлятам смотрела. Вон, видите, днем-то у нас лужа. Здесь хорошая лужа. Сейчас я зайду. Ой, крику-то-то. Ой, это что это вышло? Ой-ой-ой-ой-ой. Это называется вовремя зайти. Вот. Так. Ах, что такое? Малыш зашел туда. И дверь открыл. Боря, я затаскиваю ее туда. Что? Что такое? Сидят они нормально. Наши малыши, которые... Не могу. Давай, быстро, Боря. Давай, 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 давай. Все, закрывай. Ну, и что такое? Ты что туда зашел? Малыш. Вот что ты там делаешь? Он живет, говорю, сам по себе. Куда хочет, туда и ходит. Да. Сидим, сидим, да, да. Боря, малыша, вытаскивай, иди. Зачем ты выключил свет? Да, главное пройти, смертельный, да? Смертельный номер. Смертельный номер, давай. Опа! Козлята. Да. Ну что? Что? Нэнси? Сид? Вот они. В общем коллективе. Да. Малыш! Ты посмотри-ка какой он упертый. Да? Он еще из кости туда притащился. Все. А, давай передавай его через верх, Ромка возьмет. А я посложу? Да. Все, давай. Выходи. Оп, и закрывай.
Хочется гулять, а нет. Нет, они не переехали домой. Их занесли, чтобы покормить, потому что там покормить их невозможно. Ты повыше подними его. Но. Вот. Ага. Сейчас покушают хвостиками, повиляют и опять берем. Пойдут в хатун. Давай, давай, давай. Выше, выше, выше. Вот так. На пол-то сколько налил. А Марго? Дай-ка. А Марго? Целое ведро. Из-за нее одно вот приходится это, потому что она приучена пить из ведра такого. И соски бесполезно ее. Пьет только с этого. Здесь молоко капает. Она сама это ведро нашла в первый же день. Оно на полочке стояло. Вот. Так, ну а сейчас к вечеру наш холодильник. То, что у нас... Вернее, то, что я сделала за несколько дней. Значит, пошлите. Там стоит вино красное для пьяной козы. Здесь у нас головка из коровьего молока. Пошли дальше. Так, что здесь? Это вчерашние сыры. Там у нас с перцем черным в паприке. Это сегодняшний кусочек солится, просаливается. Здесь тоже разные даты на сыре. Сыр с прованскими травками, качота, это гауда будет. Ну, этот сыр мы понемножку подъедаем. Хоть он еще не готов, но он уже не такой влажный, но тоже вкусный. Дальше, что же в этом холодильнике? Так, это вечернее молоко на завтра мне на сыр. И здесь еще сыр сегодняшний. И здесь сегодняшний стоит на просолке. Этот просто, по-моему, да, этот без ничего у нас. А этот у нас с мятой. Да, этот сыр с мятой. Так, вот как раз я должна его перевернуть. Оп. И еще он будет стоять у нас еще до 11:30. Здесь трава от этого. Вот так перевернули. Так, так, ну и что здесь? Здесь тоже вино. Я не могу подобрать хорошее вино, чтобы хорошо прокрашивался сыр. Ну, будем смазывать каждый день. Ну, вот так вот проход, так вот, видите, зашла проведать цыплят. До этого им было жарко. Я приглушила свет. А сейчас вон они скукожились. Поэтому мы свет сейчас добавим. Все. В этой нормально. В этой клетке нормально. Проверка вечерняя. В этой тоже можно добавить свет. Очень удобно. Вот. Бах. И добавили. Так, а эти так ковриком лежат. Ну, на всякий случай я тоже добавлю. Здесь у меня даже стульчик есть, где можно посидеть и просто понаблюдать за вот этим детским садом. Здесь еще немножко сидит уток, которые, ну, от наших уток яйцо. Завтра или послезавтра, ну, завтра после обеда, наверное, мы получаем еще яйцо и опять будут закладки, то бишь весна. Вот такой вот, как сказать, насыщенные всякой работой дни. Ну, в принципе, они у нас и так насыщенные. Ну, весной работы получается больше. Летом работы тоже больше. Я даже на лето вот боюсь загадывать, что нам нужно сделать, а сделать нам нужно очень много. Ой, не знаю, как все получится, но планов вот так выше, как говорится, крыши. Поэтому на сегодня все. Буду с вами прощаться. Всем пока-пока. Всем всего хорошего, доброго, светлого.
и всего того, что вы сами себе пожелаете. Я все время говорю, вернее, часто я говорю, что наши мечты, наши желания материализуются. Поэтому думайте, загадывайте и не бойтесь мечтать. Все. Всем пока-пока.